Добрый день, подписчики и гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как вязать вот такие вот ажурные сердечки. Графическая схема узора в описании к видео. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на наш канал. Приятного вам просмотра! Раппорт узора состоит из 12 петель. Я набрала 48 плюс 2 кромочные, итого у меня получилось 50 петель. Первый ряд. Кромочную снимаем и вяжем одну лицевую, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых. Раз, два, три. Накид, лицевая, накид. Снова 3 лицевых. Раз, два, три. Раз, два, три. Протяжка. Первую петлю я снимаю как лицевую, не провязывая. Вторую провязываю лицевой и снятую петлю накидываю на провязанную петлю. Накид. Конец раппорта. Повторяем. 1 лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых. Раз, два, три. Накид, лицевая, накид, 3 лицевых. Раз, два, три. Протяжка. Первую петлю я снимаю как лицевую, не провязывая. Вторую провязываю лицевой и снятую петлю накидываю на провязанную. Снова накид. Конец раппорта. И так, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. Второй ряд. Второй ряд и все четные ряды мы будем провязывать изнаночной петлей. Накиды тоже будем провязывать изнаночной петлей. Третий ряд. Кромочную снимаем и вяжем 2 лицевых. Раз, два. Накид. 4 лицевые, 4 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Раз, два, три. 4 петли я просто провязываю лицевой вместе. Накид. 3 лицевых. Раз, два, 3. Снова накид и опять 4 петли вместе лицевой, то есть с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая. Конец раппорта. Повторяем. 2 лицевых. Раз, 2. Накид, 4 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевых. Раз, два, три. Накид, 4 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. Пятый ряд. Кромочную снимаем и вяжем 2 лицевые. Раз, два. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Протяжка. 1 лицевая. Конец раппорта. Повторяем. 2 лицевых. Раз, два. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Протяжка.
одна лицевая. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. Седьмой ряд. Кромочную снимаем и вяжем одну лицевую. Две петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, протяжка. Конец раппорта. Повторяем. 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, протяжка. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. Девятый ряд. Кромочную снимаем. И вначале мы провяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше, там, где у нас будет повторяться раппорт, мы в этом месте будем провязывать 3 петли вместе. Итак, кромочную мы сняли. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Накид. И вот я как говорила про это место. Теперь мы будем провязывать 3 петли вместе. Первые 2 петли я сниму как лицевые, не провязывая. Третью провяжу лицевой. И снятые петли накину на провязанную. Получается у нас средняя петля сверху. Конец раппорта. Повторяем. Накид. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 3 петли вместе. Первых 2 петли я снимаю как лицевые, не провязывая. Третью провязываю лицевой. И снятые петли накидываю на провязанную. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты вяжем до конца ряда. Я провязала 10 рядов. И теперь с 11 ряда мы будем повторять с 1 по 10 ряд. Итак, я провязала еще несколько раппортов вверх. И в итоге получились вот такие вот легкие ажурные и одновременно рельефные сердечки.